Всем привет, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном фотоконкурсе. Если тема фотоконкурса вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Информацию о полных правилах данного конкурса можно будет прочитать, пройдя по ссылочке в описании к видео. Это международный конкурс фотографии природы Асферика 2023. Как-то так он называется. И поучаствовать можно до 30 ноября 2022 года. Участие стоит 25 евро, но участники до 17 лет, молодые фотографы, могут поучаствовать бесплатно. Это ежегодный конкурс фотографии природы, организованный Итальянской ассоциацией фотографов дикой природы. В этом конкурсе есть 8 категорий. Ландшафт, подводный мир, млекопитающие, птицы, другие животные, растения и грибы, форма и состав, человек и природа. Вот, можете выбрать то, что вам нравится. Там будут хорошие призы. Абсолютный победитель получит 3000 евро и какой-то карбоновый подвес. Также победитель в каждой категории указано получит по 500 евро, а также по 250 евро. Может быть, это второй, может быть, второе место победителя, я не знаю. Но в общем, 500 и 250. Еще два молодых фотографа получат подарочную карту на 200 евро каждая. Ну, молодые фотографы, я так понимаю, это до 17 лет. С одной стороны, конечно, денег жалко на участие в конкурсах, я это понимаю. Но с другой стороны, я могу сказать, что платные конкурсы, они как бы отсеивают мимо проходящих, не сильно желающих участвовать. То есть как бы снижают конкуренцию. И я сама иногда участвую в конкурсах для художников с платным входом. Вот в этом году уже поучаствовала несколько раз. Но насчет того, как я участвовала, я пока не хочу рассказывать, потому что я там ничего не выиграла. Вот. А в одном конкурсе я вообще так, мне кажется, там такое смутное участие по некоторым объективным причинам. Но я не хочу просто реально, просто как бы, знаете, себя так показывать, что вот ничего не выиграла и рассказывает. Ну, в общем, я буду рассказывать о конкурсах, если я буду что-то выигрывать. Потому что должен быть какой-то результат. Для меня результат все-таки важен. Участие, конечно, это хорошо, но нужен результат. И я все равно считаю, что нужно участвовать, и в том числе в платных конкурсах. Там людей все-таки поменьше участвуют. Хотя я вот участвовала в одном конкурсе для художников с платным входом, там 8000 участников было. Но это, конечно, немало. А в бесплатных конкурсах там что-то доходило до 30 тысяч участников. Поэтому, конечно, большое количество людей любят участвовать в конкурсах. Я сама очень люблю, если как бы финансовые возможности позволяли больше, но если бы я даже была как бы уверена, что конкурсы действительно объективные, вот, потому что тоже иногда кажется, что не очень объективные, но я так думаю. Ну, если бы как бы эти все пункты принимать во внимание, я бы участвовала больше. Но тем не менее, я участвую в некоторых конкурсах, и возможно, что вы как фотограф или как художник тоже захотите где-то поучаствовать. Обязательно участвуйте, это хороший опыт, и как бы это действительно помогает расти. Я так считаю, что действительно человек, когда готовится к конкурсам, он старается, он выбирает лучшие какие-то работы, что-то создает очень хорошее. Ну, это как-то мотивирует и тоже дает какой-то результат. Пишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы участвовать в этом конкурсе или нет. Что вы думаете по поводу участия в платных конкурсах? Может быть, вы против, категорически против платных конкурсов, платного участия. Я принимаю любое мнение, потому что я понимаю, что некоторые люди не хотят как бы еще деньги платить, да, постараться предоставить работу, еще деньги заплатить. Я все это понимаю, у каждого свое мнение. Так что, пожалуйста, делитесь в комментариях, что вы об этом думаете. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!